Пять вещей, которые разрушают женскую энергетику. Любая вещь может быть заряжена определенной энергетикой, а многие об этом даже не догадываются. Но пять вещей в женском гардеробе оказывают разрушительное влияние на женскую энергетику. Итак, давайте узнаем, что это за вещи. Первое – это вещи умершего человека. Вещи умершего человека могут обладать опасной энергетикой. Часть людей продолжает их использовать, если умерший человек близкий. А разве стоит рисковать своей удачей или благополучием? После смерти человека все его вещи нужно обязательно сжечь. Их не стоит раздавать другим людям или пытаться продать. Если говорить о драгоценностях и других ценных предметах, то существуют специальные ритуалы, которые помогут избавиться от негативной информации, которая может накапливаться в вещах. Второе – это одежда и обувь неправильного размера. Если одежда или обувь доставляют дискомфорт во время ношения, от нее стоит отказаться. Здесь не стоит и думать только о личном комфорте. Используя одежду или обувь большего размера, каждый человек подвергает себя опасности. Третье – вещи с историей. У каждого человека есть вещи, которые напитаны определенной историей. Можно вспомнить несколько примеров. Первое. Если в платье случились положительные события, которые изменили жизнь в лучшую сторону. Второй пример – это в деловом костюме вас уволили с работы, из-за чего жизнь стала напоминать сплошной кошмар. У каждой вещи есть определенная энергия, которую не стоит игнорировать. Многие люди по какой-то причине забывают, что вещи с негативной энергетикой напрямую влияют на биополе и могут принести своему обладателю откровенный вред. Четвертое. Одежда неправильного цвета. Тут сразу стоит вспомнить несколько примеров. Одежда темного или серого цвета придает человеку решительности, однако помимо этого она делает своего обладателя замкнутым. Белый цвет привлекает удачу, красный привлекает любовь. А голубой цвет положительно влияет на настроение. Вещи по оттенку необходимо подбирать грамотно, учитывая ситуацию, в которой они будут использоваться. Простой пример. Если девушка на первом свидании надевает красное платье, она сразу показывает своему партнеру собственный настрой. Поэтому к выбору цветов всегда следует относиться ответственно, тем более если речь идет о важном событии, которое может кардинально изменить вашу жизнь. Пятое. Чужие вещи. У одежды и обуви может оставаться энергия от прошлых владельцев. И как угадать, какую энергетику несет определенная вещь? Она может быть счастливой или принести печаль и горе в жизнь. Соответственно, чужие вещи лучше не использовать по целому ряду причин, ведь риск не приносит ничего хорошего. А наоборот, может только спровоцировать неоднозначные последствия. Надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.